Итак, ребята, всех приветствую. Впереди у нас еще одна операция по ранее пройденной миссии в компании. Итак, Vox Liberatis. Все Vox-каналы вокруг узла астропатической связи умолкли. Источник помех неясен и находится на территории, контролируемой еретиками. Определите природу помех и восстановите связь. Погнали. Также продолжим на среднем, потому что, ну, действительно сложно с ботами на более высоком. На этот раз у меня два чернокожих товарища. То есть все-таки они меняются как-то периодически. Наши вокс-передачи не доходят до узла астропатической связи. Источник помех находится на захваченной еретиками территории. Отыщите и уничтожьте все, что мешает нашей системе связи. Окей, я думаю, мы справимся. Я за выходные отдохну. Теперь вы сами по себе. Император защищает. Дамокл, входим в область, где нет связи по Воксу. Вас понял. Отключаюсь. Так, погнали. О, полетел. Мне все было интересно, когда он стартанет. Проводим его сейчас взглядом. Супер. Итак, что я там говорил, что да, я за выходные отдохнул, благополучно все забыл. Будем сейчас вспоминать, как играть. Здесь ничего. Вот как раз мы сейчас встретим этих еретиков. Мне про них уже немножко рассказали в комментариях. Присутствие тиранидов на Ауспексе! Так что тоже буду зачитывать всю вот эту информацию по лору, которой со мной делятся. Перезарядка! Там мне и про Болтер написали, и про еретиков. Там прям очень интересно. Перезаряжаюсь. Так, ну пока как-то жиденько у них тут. Эти распилены. Ого, сколько их там. Меняю магазин. О. Моя праведность нерушима. Не зря бегали тут. Так, надо от снайпера избавляться. Беру свежим... Заткните его! Он призывает своих мерзких сородичей! Ксеноса наступаю! Устроим им бойню! Ой-ой-ой!
Флаг. Смена магазина. Даже успел перезарядиться. Так, от этого подсирала избавились. Враг уничтожен. Наш примарх будет гордиться этой битвой. Ох. Ну, ладно. А вон там еще один. Меняю магазин. Ну, вроде бы неплохо. Но вот патронов у меня нет вообще. Почти вообще. Найдены прогеноиды. Сохранить геносемя до конца миссии, чтобы получить дополнительные очки опыта. Нельзя нести геносемя и защитную реликвию одновременно. Ничего себе. Ну давайте. Повыгуливаем эту штуку. Надо. Патроны-то где? Ну понятно, ладно, может внизу будет. Так что побежим на лифт. Давайте, пацаны, не отставайте. Неизвестно, что ждет впереди. А, мы наверх, а не вниз. Архивраг создал барьер из психической энергии. Рассчитывают отсидеться в безопасности, пока мы деремся с тиранидами. Было бы неплохо снести треклятый барьер. Пусть еретиков пожрут ксеносы! Принято! Прикольно. Не знал, что тут так можно. Я подойду лучше в ближний бой. О, патрончики. Беру дополнительные патроны. Этот тут бегает недобитый. Я его даже и не заметил. Натиск тиранидов, братья! Ну, страшно. Жалкое отродье тиранидов. Сканирую. Опа. Бросаю осколочную гранату. Сияние светит
Так, 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 а где главный-то у них? Секунду, братья. Патроны кончились. Да, патроны кончились, это вовремя, конечно. Ты пойдешь на удобрение, Ксенос. Ух. Может, отсюда я? Нет, отсюда я не могу его закрыть. Или могу? Аспект настроен. Блин. Осколочная. Как они задолбали, а? Капец. Ввожу стимуляторы. Выйти из зоны поражения. Беру свежий магазин. Угроза тиранидов ликвидирована. Так, последний. Да, капец, он дождался, пока я именно выйду. Опа. Блин, я не успел на флаг. Тебя ждет могила, чудовище Ксеносов. Ой. Нам же туда, да, туда. Давайте сходим назад. Там наверху я еще не все осмотрел. Вот здесь, да. Надо глянуть, что есть. О. Отвратительные последователи хаоса воют и распевают песни на своем варварском наречии. Из их пенящихся ртов исходит лишь безумное бормотание, да жуткий каркающий смех. Выживших мало, но мы знаем древние тоннели, которые культисты пока не нашли. Эрик покажет половине путь через усыпальницу, я же поведу остальных по подвалам гробницы. Мы держимся в стороне от слюнявых существ, когда-то бывших людьми. Их разум изъеден поклонением демону, чье имя я не смею произносить. Нас поймали и лишили даже надежды на быструю смерть. Они проводят какой-то ритуал. Якобы один из нас должен стать сосудом для демона. Я лидер. И это должно было быть моим проклятием. Но Эрик, его потенциал куда выше моего. Поддавшись отчаянию, я его предал. Я предложил его вместо себя. Что я натворил? Да, интересно, что там дальше у него было. Ну, очевидно, что да, их там перевоплотили или как там они... делают. Не знаю таких нюансов, к сожалению. Здесь запас патронов. Шоковые гранаты сюда. Собираю ресурсы. Блин, патронов-то все-таки реально мало. Прям чувствуется жесткая нехватка на уровне. Так, тираниды, вы где? Выходите. Я знаю, вы где-то здесь заныкались. О. Перезарядка. Туда, да? Угу, все, забегаем. Еще здесь посмотрим, что кого. Ничего.
И то их тут полторы калеки вылезло. Я подумал, там сейчас орда побежит. Будьте начеку. Так, я там слышу кого-то. Надо положить конец этой ереси. Скованные плоти уничтожества! Ваш ложный император здесь ничто! Колдун хаоса. Сажу пулю прямо в грязную пасть этого ублюдка. Извиняющий пути восторжествует! Предатель показал свою трусливую натуру. Его кощунственный артефакт защищают приспешники. Убьем их! Про колдуна мне, кстати, тоже писали в комментах. Я расскажу сейчас. У меня просто телефон этот... не рядом. Я сохранил себе там в заметках. Опа. Перезаряжаюсь. Еретики на подходе. Воля императора исполнена. Активирую успех. О, вот это вы хорошо придумали. Блин, не успел. О, господь. Смена магазина. Мой разум не за 15. Блин, эти тут еще сидят. А, это вот эти, да. Меняю магазин. Ух. Блин, флаг там стоит, к сожалению. Сука. Силовые волокна отказали. Я не стану. Этот стоит спокойно. Толкнул его. Братство превыше всего. Ауспекс готов к глубокому сканированию. Перезарядка. Твоя жалкая жизнь бесславно прервалась. Братья, все вместе мы одолеем нечестивое колдовство. Да, покажем еретикам, что наша воля сильнее. Победа будет за нами. О! Наконец он чаще стал его ставить, эту, блин. Сработало. Не дождешься. Алтарь пал. Настала очередь колдуна. Ого. Да тут ты ничего не попутал. Так, тут где-то патроны были. Да, блин! Отдайте геноземе ордену! Даже не сиди ко мне,
Вот кара за предательство братьев, еретик. Надо зарядиться. Колдун тысячи сынов! Блять. Ага, за мной дверь-то закрыли уже, классно. Я ранен, но не помню. Да блять. Ну все, мне сейчас хана может быть. Предателей ждет смерть. Да нет, блин, тут же с меня капец как долго будут. Ох, как долго-долго проходить до сюда. Блин, ой, жесть какая. Слов нет. Ну, добегу за кадром, наверное, до этой контрольной точки. Да. Ох, тут мне еще босса подсунули, нейротропа, прямо вот перед тем, как туда к колдуну спуститься. Кое-как его завалил. Капец. До этого-то просто два мелких прилетали, а тут именно вот это с большой полоской здоровья, вот это все. У меня ни патронов вообще ни хера нету. Ну, вот. Как-то странно, что здесь я вообще по пути никого толком не встречал, а потом бац, на тебе тут босса вообще. Огонь. Приоритетная цель особая. Где, какая, ну. Ладно. ХЗ, как одним я тут. Одним шрамом больше. ХЗ, как тут буду выживать. Будьте начеку. Надо положить конец этой ереси. Скованные плотью ничтожества! Возможно, император здесь не стоп! Ложь и уловки! Изменяем! Все пути! Вот так же стоит! Опа! Да блять, блять! Я вообще ничего не вижу! Мы здесь не ради этого, предателя! Он думал преградить нам путь. Покажем, насколько ничтожны для нас его усилия. Братья! Все вместе мы одолеем нечестивое колдовство! Покажем еретикам, что наша воля сильнее! Победа будет за нами! Алтарь должен быть уничтожен! Перезарядка! Так. Лакей, снесем алтарь! Вперед к победе! И чё, колдун-то не придет сейчас, что ли? Странно. Вооружаюсь! Очень-очень странно, ну ладно. Неизвестно, что ждет впереди. Блин, может там что-нибудь еще поискать?
О. Как гранату возьму, она... Взял экипировку. Она на удивление вот этого летающего хера вообще на раз замочила. А, и кстати, да, я не прочитал же комментарий, который мне вот про все вот эти доспехи-то писали. Там просто реально очень интересно. Все. Где он у меня тут? В общем, Легион Тысячи Сынов, это Легион Хаос, состоит в основном из псайкеров и автоматонов, известных как рубрики Тысячи Сынов, чьи души были заперты в доспехах в результате магического катаклизма. Рубрика Аримана, который высшие чины сами и сотворили. Как раз можно и видеть в бою при добивании из доспехов вылетает магическая пыль и нет самого тела. Собственно, это и есть бывшие космодесантники, которые превратились в пыль и бездушных автоматонов. Поэтому обычные космодесантники Тысячи Сынов молчат. Вот. Потом что тут мне писали так, что... Ага. Но, опять же, так как они все псайкеры, они, по идее, должны быть просто чудовищно сильны. Один такой стоит штук 10 космодесантников, а один колдун тысячи сынов, которого мы вот убивали там в прошлой серии, да, и 100 космодесантников может убить. Вот, такие дела. Мне тут еще про Болтер писали, но про Болтер я чуть попозже прочитаю, наверное, в конце этой миссии. А, блять, я же вообще ради этого изначально-то бегал патроны залутать и побежал назад. Вот отвлекся просто на почитать. Угу. Беру дополнительные патроны. Ну ладно. Ну и, собственно, вот эта вот штука для смены оружия явно намекает на то, что там уже, видимо, последняя локация. Смотрите, другой алтарь. Должно быть, он и питает купол. Обрушим щит. Пусть голодные твари из улья вдоволь попируют. Давайте потихо сюда встаем. Блять, да... Этот враг вызывает подкрепление! Блять, это... Ранен, но не сломлен. Какой? Где? Обрушим на богатурников гнев Империума! Пиздец. Меня еще и не поднять теперь? Сука, да почему так-то? Просто пиздос. И сейчас сначала... Сука. Ух, в общем, добежал я снова до этой точки. Что-то тут я немножко в жопе, откровенно говоря. У меня с этой стороны тут у них внезапно появилась группа. Плюс я, ну это я уже когда ворота открыл там. И там меня уже пытаются завалить. Получаю улучшенную картинку. Так что, в общем, жесть полнейшая. Посмотрим, я, может, отобьюсь сначала от этих,
Воля императора исполнена. Но меня уже просто и там пытаются прессануть. Ну что стоим-то? Перезаряжаюсь. Красава. Там еще кто-то, блин, опять в спину дышит. Здесь запас патронов. Смотрите, другой алтарь. Должно быть, он и питает купол. Вручим предателям достойную награду за их ересь. Смерть. За предательство братьев, еретик. Давайте, 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 быстрее сюда. Помогайте, помогайте. Фу. А, это там остатки еще бегут оттуда. Ауспекс готов к глубокому сканированию. Нормально. Ну, повезло на этот раз, конечно. Но не хотелось бы переигрывать еще раз. Мы его одолеваем! Повергни морский алтарь! Ага, он. Отличная работа, братья. Истинно праведный, жалкое колдовство не берет. Предатели наверняка держат свой глушитель эфира в соборе. Вперед! А, это еще и не все, о господи. Перезаряжаюсь. Ну, теперь да, им еще и тираниды будут в спину дышать. О, геносемя. Нашел кое-что полезное. Сбор возле меня, братья. Неизвестно, что ждет впереди. Тираноцитов! Еретики получили свое! Надеюсь, еретики и ксеносы закончат полным взаимным уничтожением. Кстати, тут можно заметить, что у меня теперь другая группа. Там же у меня до этого было двое чернокожих, а тут вот вообще с джетпаком один из них. В общем, подсунули мне других боевых товарищей. Использовал шприц-стимулятор! Взял экипировку. О, вы уже. Замечен штурмовой боец тысячи сынов. Ого. Какого мы еще не встречали. Меняю путь. Еретики на подходе. Бросаю осколочную. Эта броня полна лжи и пепла. Отлично. Предатели ждет смерть. Хотел от меня сбежать, но не тут-то было. Блин, они-то оттуда неплохо вылезли. Они понесли тяжкие потери. Ой. Я даже выдохнуть не успел, как уже новые тут. Перезарядка.
Но при этом я, кстати, не видел, чтобы он на этом своем джетпаке тут прыгал, что-нибудь делал. Сами в бой не вступаем, только отбиваемся. У нас другие приоритеты. Так, 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 так. Твоя жалкая жизнь бесславно прервалась. Блин, ну ладно. Ну на этот раз хотя бы ладно. Прилетел. Смена магазина. И говоря про гранат, надо вернуться, там подобрать, которые мы оставили. Вот эти крэки. Собираю припасы. Стоят, что чилят. Перезаряжаюсь. Воля императора исполнена. Ну, а чёрт, это уже что-то бегает. Смена магазина. Патронов мало. Медицинский наборчик. О, опять кого-то лупят. Так, так, это что у нас тут летает? Колдун, что ли, где-то у нас тут? Так, 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 так. Надо зарядиться. Повезло нам опять. Обрушим на богохульников гнев Империума. А, вон он. Вот. Интересно, это он меня оттуда пытался догнать? Потому что мы же с ним намного раньше закусились. А вот он и здесь. Твое жалкое колдовство смехотворно. Беру свежий магазин. Надо заныкаться. Ну, колдуна вроде все, я гранатами завалил. Так, ладно. Ждем, пока у меня броня восстановится.
там пацаны пока, может, зарешают. Нет, не зарешают. Во, другое дело. Отвага и благородство сильнее коварства и злобы. Наш путь ведет вниз, братья, к источнику скверны. Ух. Патроны, патроны нужны. Будьте начеку. А, все, меня закрыли на лифте. Ладно. А, во. Беру дополнительные патроны. Что бы ни ожидало нас там, мы готовы, братья. Осколочная граната! Что там захватить опять надо? Стучали ему молотом. Пока пацаны там воюют, я кнопки понажимаю. Тайнер. Надо отыскать нужный путь. Нет, 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 нет. Вот кара за предательство братьев, еретик. Так, перезагрузка через 40 секунд. Бежим, 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 бежим. Еще недолго пробудет в активной фазе. Отличная работа, братья. Лифт едет дальше. Да, 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 погнали. На этого вообще посрать. Пусть он тусуется здесь. Эй, вы что делаете? Все, мы на него хер забиваем. Продолжаем спускаться. Эти там тоже стоят. И балом щелкают. Опа. Смена магазина. Архивраг наступает. Здесь его ждет лишь поражение. Блять. Ересь привела тебя к погибели. Добейте, добейте вон того. Не купите, не купите. Беру свежий магазин. Лезет. Предатели, победа, одобренная кодексом. Ну-ну-ну-ну-ну. О, полетели. Клочки по закоулочкам. Че, куда там? Куда? Следу скверны мы придем к источнику зла, без сомнений. Тысяча сынов времени здесь не теряли. Ох.
вот и источник помех. Что же это? Пора призвать всю свою храбрость, братья! Мы это демон Дос! Оборвем связь твари с алтарями, чтобы ее изгнать. Мы простим вас, сыны демона. Узнаете, как того на троне, которому вы поклоняетесь, бичует человечество плетью ложных советов. Прикните к нам, освободитесь от его плоти и лжи. Избегайте злобредного колдовства! Так, сюда. Кепчур флаг очередной. Демон Хост атакует! Блять. Опа. Ого, 4 штуки, аж офигеть. Везде нужно, блин, так кепчу флагать. Так, бегаем по кругу, чтобы он у нас ничем не попал. Инициатива за нами. Око разума видит ваши тайные желания. Берегитесь палящего жара. О, другое дело. Зарядка. Так, бежим к следующему. Демон Хост стремится нас уничтожить! Да ладно, быть такого не может. Капитанушки моей очевидности. Занять и удерживать. Полторы калеки. Берегитесь палящего жара! Готово. Вперед к победе! Последний вообще прям он напротив меня. Нас не испугает этот нечестивый воин! Враг не сможет оборонять этот алтарь бесконечно. Укрытие! О, флаг. Возвращайтесь к алтарю, братья. Он использует колдовство. Так. Демон Хост атакует. Ненадолго. Прочь из владения Империума, прислужник хаоса. Вы уничтожите лишь плоть. Я буду преследовать вас до конца вашей несомной жизни. Можешь рвать и метать, жалкий дух. Мы не боимся. О, господи, как тяжело нам далась эта победа. И не с первой попытки. Ой. Давайте хоть про Болта прочитаю, раз уж обещал, пока вон там очки будут подсчитываться. Итак, Болтер — это, можно сказать, маленькая ракетница. Так как каждый снаряд Болтера — это маленькая ракета, которая имеет несколько стадий полета. А именно, первое, запуск, как обычный патрон из гильзы. По лору почему-то с чудовищно огромной отдачей, поэтому болтером могут пользоваться только космодесантники. Обычному человеку просто переломает руку. Так, второе. Потом снаряд запускает свой двигатель и летит как маленькая ракета. Ну, как маленькая. В
2-3 пальца толщиной примерно. Вот так вот. И третья, затем попадая в цель, пробивает ее и взрывается внутри. Собственно, поэтому все враги и взрываются при попадании, особенно обычные люди. Вот так вот. Что ж, на этом тогда я с вами прощаюсь и увидимся уже в следующей серии, которую будем выполнять уже задание компании.